Это океановодная полиция. Полиц, стопе, вы нарушили скоростной режим. Вот же ж мой плот развалюха. Так, значит, я догнал. Догнал. Теперь надо не профукать свой плот. Так, вот я его могу зацепить? Ага, конечно, могу. Перед началом выпуска предупреждаю тебя, что здесь и сейчас будет куча нубятства, фейловости и трэша. В связи с тем, что в игру я играю в первый раз, до этого я в нее не играл, не знаком с ее механикой, но знаю, что игруха крутая. Поэтому не бздите, не ругайтесь и не бомбите. Отнеситесь с пониманием. Ну а мы начинаем. Погнали! Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в рафт. Зарафтим, закрафтим и, в общем, все в таком духе. Да. Я совсем один на таком вот каком-то деревянно-бумажном плоту среди океана, где куча огромных акул плавают и жаждет меня сожрать. Во! Нам нужно сейчас при помощи вот такого крюка собирать вещички. Давай это попробуем. Опа! Поймал, что это такое. Подгузник? Не, на подгузник не похоже, это как поролоновая штука. Короче, я так понял, здесь произошло какое-то кораблекрушение, из-за которого я сейчас здесь нахожусь и вылавливаю какие-то бомжатские бутылки. Так, бутылка с водой, интересно, или нет? Так, вот бочки, сейчас я выловлю бочку, может там винишечка будет, а? Или сачок? Ой, не докинул, сейчас попробуем еще разок. Вот и так вот. Ну-ка, цепляйся, ништяк. Кстати, вот меня интересует, откуда у меня этот крюк шикарнейший появился. Как я его успел смастерить? Там вон даже гвоздики есть. У меня молотка-то нет, как-то я его сделал. Так. Шикарно, жизнь прекрасна. Океан, акулы, соленая вода. Пить ничего нельзя. Ну вот, сушняк в горле. Сейчас попробуем еще эту бутылочку поймать. Давай. Опачки, ништячок. О, поролон. А, это труба. Это не поролон, это труба какая-то. Соберем акула. Здорово. Дать бы тебе по лбу. Значит, что у нас есть? У нас есть... Так, это я инвентарь открыл. Где посмотреть, что у меня есть? Ёкарный! Выкинул что-то. Вот же ж я дурень, блин! И не достать-то теперь. А ну-ка, если я в водичку спрыгну, что со мной будет? Хлыбыщ? Где эта деревяха? Так, как... Воу-воу-воу, акула! Где плот-то? Плот! Ой-ой-ой-ой-ой, как меня кусает акула! Нормально, полбулки откусила, блин! О, бутылка. Так, а где мой крюк? Где мой крюк? Я, походу, крюк выкинул. Пипец. Доска. Слава богу, мне хватает на крюк. Есть, я сделал новый крюк. Так, бутылочку. Бутылочку цепану, не цепану. Эх, не цепану. Вижу канистру. Канистра прям по курсу. Сейчас мы ее зацепим. Вот так. Цепляйся. Давай, бочка, ловись, большая, маленькая. Какая-то в топку. Уплыла эта бочка. Крюк слишком маленький. Коротенький. Веревка, веревка. Вон, может быть, из листвы я могу веревку сделать. Не по... Стопэ, ты что творишь? Блин. Блинский, мне даже... Сейчас, что у меня там? Где топор? Топор. Ой, пол плота моего сожрала акула. Я сейчас, короче, брошу свое тело в этот океан и поплыву сам. Поплыли. Давай, греби своими клешнями быстрее. Воу-воу-воу, она сзади. Ай! Ой, больно было. Еее, я выбрался на остров. Офигеть, я на острове. Вот этот прикол. Все, нафиг, я отсюда никуда не сунусь. Я буду здесь жить. Буду этим, пятницей. Тунеядцем пятницей, о. Короче, походу, зря я высадился на этом острове. Я здесь могу окочуриться. Обуглюсь от солнышка и превращусь в это, в жареное мясо. Вот. Ресурсы ко мне не плывут. Да, вот дела. Придется все-таки немножечко поплавать. И попробуем достать бочечку. Давай, бочечка, иди ко мне. Опа, собрали. Акул нету? Акул пока нету, хорошо. Интересно, я на бочку смогу запрыгнуть? Если что, если вдруг акула поплывет. Нет, на бочку не могу. Печалечка, печеночка. Так, что, поплыли? Попробуем, рискнем здоровьем. Давай, греби своими костылями, блин. Быстрее, пока акул нету. Занырнем сейчас, посмотрим. Все чисто, огонь. Так. Блин, где я потерял? А, во. Какой крутяцкий плот, ты посмотри только на него. Огонь, получше, чем мой предыдущий был. Интересно,
Здесь, походу, был такой же потерпевший крушение, как и я. Тупица! Плавал тут среди океана. Так, я не понял, почему? Почему я на этот плот собрался, и он тонет? Какого лешего? Какого лешего этот плот тонет? Да ну нафиг! Так, надо что-нибудь отсюда оторвать. А что оторвать? Ничего не отрывается, у меня молотка даже нет. Пипец! Ладно, плывем обратно на остров. Как же мне фартить, что сейчас рядом акул нету? Я не понял, это как вообще называется? Ты видел? Я плыву такой, надеюсь, сейчас на остров сберусь, его опачки и... А тут фигати и острова, и его и нет. Это что за мираж такой был? Я ж вроде по нему бегал. Так, подожди. Стопэ, без нервника. Ну, чё? Как бы уже ночь. Плывем на лунный свет. Вон туда, где есть небольшие горы. Может быть, мне там подфартит. Есть! Я доплыл! Фух, до пенька доплыл. Ну, как до пенька, до скалы. Чего мне съесть-то можно? Так, я вижу, вон там на дне какая-то фигня, смотри-ка. Что это такое? А, это крюком можно достать. О, здесь еще какой-то хлам, смотри. Эй, да какого? Да куда скалы-то исчезли? Да вы что, прикалываетесь? Ну все, это полное днище, я сейчас тут точно окочурюсь. Ну вот, я уже кашляю, в горле пересохло. Жажда мучает, луна светит. Ладно, хоть не жара. И где тут плавает акула с моей ногой? Блин, вот и закончился сегодняшний день, как-то печально. Ну, хорошо, что все-таки мы находимся в игре, я в любой момент могу сделать вот так. Итак, значит, веревку мы можем смастерить из пальмовых листов, которых я наловил в фиговую тучу. Сейчас гвоздей еще намутим. Теперь сделаем молоточек. Молоточек изготовить. Сделаем также весло, чтобы подгребсти. Сейчас подгребем вон к тому острову. Так, стопэ, где этот? Быстро, молоток! Лупи по ней! Ой, кажется, я построил, я не то что-то сделал. А ну! Да. Мастерски отпугнул акулу. Ладно, продолжаем плыть. Поплыли. Так, как-то не плывет, надо с этой стороны. Давай, подплывай вон к тому острову. Это, между прочим, не какое-то весло, это больше похоже на совок. Чё как не мужик? Работай руками, мышцы качай. Бицуху сейчас накачаем, как у Шварценеггера будет. Надо как-то пришвартоваться. А есть якорь? Нифига нету. Так, я понял. Пока здесь мой плот постоит, я быстренько сбегаю на остров, соберу цветочки. Цветочки. Так, что это? Арбуз? Нифига себе, арбуз нашел. Вот это роскошь. На этом острове арбуз, это прям... Это подарок судьбы. Так, где мой плот? Подожди, стопэ. Плот поплыл. Надо догонять его. Быстрее. Давай, греби. Под водой греби. Быстрее за нашим плотом. Вот так вот. Фух. Ха, акула обломалась. Пошла вон отсюда. Стой, говорю. Стопэ. Это океановодная полиция. Стопэ. Вы нарушили скоростной режим. Да блин, давай, догоняй его уже. Вот же ж мой плот развалюха. Так, значит, я догнал. Теперь надо не профукать свой плот. Так вот, я его могу зацепить? Ага, конечно, могу. О, интересно, какая длинная у меня веревка. Подожди, я тону опять, да ё-моё. Ой! Ой! Я, короче, опять все профукал. Фейловый выпуск будет. Расширяю я свои бока. Точнее, бока плота своего. Хочу, чтобы я по плоту мог бегать. Так, все. В принципе, плот у меня стал уже пошире. Можно здесь загорать. Плавучий лежак. Если такого можно назвать. Так, значит, опреснитель изготовить. Сейчас мы его поставим, потому что уже пить хочется. Так, готово. Надо досочек сюда наложить. Вот так вот досочек наложим. Значит, сделаем пустую чашечку. Чашечку сейчас наполнить соленой водой. Воу, да я только что починил, а то уйди, а то я сейчас тебя водой соленой полью. Нечисть ты такая. Ладно, значит, наполняем сюда жидкость, наливаем. Огонь пошел, как интересно он загорелся-то, если у меня даже нету кремния или зажигалки, или спички. Сам с собой зажегся. Ну круто, чё, магия? Сюда. Да.
Акула ты, конечно, атас. Запарила она меня, надо деревянное копье сделать. Ну все, акула, шимись, у меня есть копье. Теперь я буду в те дырки делать. Че у нас там по крыше-то? Ресурсы есть? Есть. Ну вот, крыша над головой готова. Теперь можно не бояться дождя. Осталось только сделать еще боковины. Ну, короче, сделать плавающую закрытую коробку. Может, и не коробку. Может, я сделаю бунгало, какое-нибудь огроменное плавающее. Ох, сколько идей. Ну, это в будущем. А пока на этом все. Ну, бяскафейловый выпуск крафта закончился.